Понедельник вечер, это ток-шоу «Форум». Я Дмитрий Бочков. Здравствуйте. Один в поле не воин, говорили в древности. Всю полноту этого выражения человечество ощутило в первой половине 20 века. Вторая мировая война заставила задуматься над необходимостью сохранять мир на планете. А это возможно только общими усилиями. Так появилась одна из самых авторитетных организаций в истории – Организация Объединенных Наций. Ну а потом был шок и трепет в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, наконец, Украина. И на этом фоне стали все чаще раздаваться вопросы, а где же ООН, где ее борьба за мир? Беларусь, как известно, одна из основательниц ООН, потому пора и нам понять для себя – это реально работающая структура или, скорее, дискуссионный клуб? А также, чего мы не знаем о самой авторитетной организации в мире? Я сразу должен сказать, что на самом деле вот эта тема вот в такой плоскости, она действительно звучит в самых разных уголках планеты. Люди пытаются разобраться. А в Беларуси, вот мне так кажется, это одна из первых подобных дискуссий. Потому мы постарались сегодня на программе собрать самые разные мнения для того, чтобы быть максимально объективными. У нас сегодня, правда, очень много экспертов, но в первую очередь я бы хотел представить тех, кто сегодня присутствует на нашем первом ряду. Встречайте. Постоянный координатор системы ООН в Беларуси Санака Самара-Синха. Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Юрий Амбразевич. Депутат Палаты представителей Николай Самосейко. А также политолог Алексей Беляев также сегодня вместе с нами. Мне захотелось понять, а что на самом деле люди думают? Вот что для меня, что для белорусов такое ООН? И мы решили задать этот вопрос обычным прохожим. Вот что получилось. Скажите, что такое ООН и чем они занимаются? Организация Объединенных Наций. Занимаются всемирными проблемами. Вообще-то у них разные функции, можно сказать. Но одна из них миротворческая. Регулирует отношения между государствами. Я не знаю, там, защитой. А Беларусь, знаете, чем они занимаются? У них же очень много направлений. Это же есть и гуманитарно, есть внешнеполитически, есть совет безопасности, которые... Ну, основателем была Беларусь, это одни из учредителей этой организации, которая, в общем-то, должна за мир, за ненарушение человеческих прав, чтобы не было войн, пресекать всяких агрессоров, которые хотят где-то на кого-то напасть. В принципе, это мирная организация, которая должна способствовать миру, дружбе между народами и так далее. Вот. Смотрите, что получается. Есть организация с огромной историей. Есть организация, о которой мы рассказываем из года в год. Ну, потому что действительно есть проекты, которых бы не существовало, не будь ООН. Господин Самара-Синха, вот на примере Беларуси, что такое ООН? Какие основные направления? Почему люди так мало знают? Ведь проектов действительно много. Спасибо, Дмитрий. Мне бы хотелось сравнить ООН с автомобилем. Когда все в порядке, нас не интересует, что внутри. Главное, что он едет. То же самое и с ООН. Если все работает, то и вопросов к организации никаких. Что касается деятельности ООН, то, во-первых, это миротворчество. Организацию создавали для того, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Сейчас на планете существует 33 конфликта, но ни один из них не привел к мировой войне. Также Организация Объединенных Наций способствует тому, что на планете 88 миллионов человек получают пропитание. Половина детей в мире получает прививки и вакцины с помощью ООН. Это спасает 3 миллиона жизней. Плюс помощь в области здравоохранения матерям и детям. Ежегодно 30 миллионов женщин получают спасительные для жизни услуги. Как вы знаете, сейчас в составе ООН находятся 193 государства, и все они работают на спасение планеты от изменения климата и глобального потепления. Что касается Беларуси, то Организация Объединенных Наций работает по таким направлениям, как здравоохранение, энергоэффективность в сфере услуг детям и матерям. Также мы оказываем поддержку правительству, сотрудничаем с частным сектором, с представителями гражданского общества, и, в принципе, я считаю, что отсутствие претензий к нам свидетельствует о хорошей работе. Организации. Спасибо большое, господин Самара-Синха, что из первых уст мы услышали, что такое ООН, и в Беларуси в частности. Но, по сути, любой из нас сегодня может зайти в Википедию, может быть, менее достоверную информацию услышать, но очень многие проекты мы узнаем, что это такое. То есть сказать, что информации нет, нельзя. А споры вот относительно того, что реально работает или больше обсуждают проблемы, есть. Ну, действительно, я бы сказал, что
когда говорят о функциях ООН, надо их разделять. Вот существует важнейшая функция политическая, связанная с поддержанием мира. То, что было сказано, поскольку ООН создавалась именно для недопущения, предотвращения Третьей мировой. И вот я хочу сказать, что, по-моему, эту функцию ООН, к сожалению, выполнять в полной мере не может. Не потому, что эта организация не хочет этого делать, да, но потому, что эта организация на сегодняшний момент не имеет достаточных инструментов влияния во всем мире, которые могли бы в глобальном смысле останавливать военные конфликты. Есть гуманитарные проекты, связанные и с борьбой с голодом, и с борьбой за всемирное здоровье, организация, Всемирная организация здравоохранения, как раздел ООН как бы занимается этим. Но все гуманитарные вопросы, мне кажется, они отступают на второй план перед главным вопросом – поддержанием мира. А вот здесь, если мы посмотрим, ведь ООН уже не первая организация. Уже существовала после Первой мировой войны Лига наций, от которой, по сути, ООН ведет свою историю. Эта Лига наций оказалась не способна предотвратить Вторую мировую войну, потому что не было никаких реальных инструментов воздействия на страны-участницы. Сегодняшняя ООН, несмотря на то, что формально есть Совет Безопасности, есть так называемые миротворческие силы ООН, но фактически их влияние и возможность предотвращения глобальных конфликтов, как мы видим вот сегодня на примере той же Украины, практически сводится к нулю. Работает или все-таки дискутирует? В политическом плане, как поддержатель мира на планете, наверное, не до конца. Спасибо, знаете, это было мнение Алексея Беляева. Знаете, я бы, наверное, не ставил вопрос или-или. Дискуссионный клуб, как вы сказали, или реальная сила. Потому что, естественно, ООН – это дискуссионная площадка, на которой обсуждаются глобальные проблемы для выработки реальных взаимоприемлемых механизмов их разрешения. Вопрос только стоит в том, почему они не воспринимаются всеми странами. Почему они в основном блокируются теми, кто себя причисляет к сильным мира сего. Вот в этом действительно вопрос. Вот поэтому ООН и нереальная сила. То есть не обладает тем авторитетом, а те страны, которые находятся в составе ООН, не обладают консолидацией для того, чтобы эти решения действительно претворяли жизнь. Спасибо. Секундочку. Я просто хочу напомнить, что у нас и в студии также не только в первом ряду присутствуют эксперты. Кандидат политических наук, писатель Владимир Ернасян. Попрошу приветствовать. Добрый вечер. Что касается организации на сегодняшний день, которая представляет из себя говорильню, где, в принципе, невозможно услышать ничего. Никто ничего не может услышать, потому что, во-первых, диктуется все главными политическими игроками, теми, кто финансирует, в принципе, эту организацию. Потому что мы знаем, что 600 миллионов долларов выделяет Соединенные Штаты Америки, и это самый большой спонсор этой организации. То есть все будут прислушиваться игроки основные политические к тем организациям и к тем странам, которые доминируют в этой структуре. Что же касается сегодняшнего дня, чтобы быть услышанным там, быть услышанным в ООН необходимо, только совершив некие эпатажные какие-то деяния там. То есть мы помним Хрущева, который бил своим сапогом там по трибуне. Мы помним Эрнеста де ля Сьерра Че Гевару, который сидел, скрючив ноги там с президиума и курил сигару. И именно таким образом доносил информацию о ситуации на Кубе, об эмбарго, о том, что происходит. Да? Мы видим, что быть услышанным сегодня в ООН, для того, чтобы быть услышанным, необходимо произвести какие-то эпатажные действия. Нужно очень четко понимать, что ООН имеет, ну, как минимум, двоякую природу. То есть, с одной стороны, это действительно платформа, которую создали государства. То есть, это международная организация, это инструмент государств, которые делегировали этой организации определенные полномочия. Именно до той степени, насколько они их ей делегировали, настолько эта организация и способна что-то в мире делать. То есть, то, что вы называете дискуссионным клубом, это отражение, будем говорить, здоровье нашего международного сообщества, мирового сообщества, насколько оно способно между собой договариваться. Сильные мира сего, слабые мира сего, насколько кто готов идти на компромисс и по каким вопросам. Второй блок ООН – это целый набор организаций, учреждений, программ и фондов, в том числе вот программа развития ООН. Это одно из учреждений Организации Объединенных Наций, которая создана решением
Генассамблеи ООН. Все 193 государства на данный момент решили, что будет такая программа. Есть примеры, когда ЮНЕСКО, например, создавала целые системы образования в конкретных странах. Когда ВОЗ до сих пор является на 90% спонсором систем здравоохранения в отдельных странах. Я не хочу сказать, что эти учреждения, специально созданные ООН, заменяют там целые министерства, иногда и правительство. Но это близко к этому. Поэтому очень легко объяснять, что такое специализированное учреждение ООН в виде Всемирного банка, который занимается конкретными абсолютно банковскими делами. И сложно объяснять, чем же занимаются 193 миссии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. А они занимаются именно говорильней. Говорильни занимаются для того, чтобы каждая страна, во-первых, имела право там говорить на равных. То есть это единственное место в мире, фактически, где и президент Обама, и президент самой маленькой страны на одинаковых правах перед тем же количеством корреспондентов, СМИ будут говорить то, что ему вздумается. Спасибо большое. Пока, возможно, сам без комментариев, еще одно мнение. И есть у нас история, пожалуйста, Евгения. Я просто хотел сказать, что если мы пытаемся вообще как-то оценить роль ООН в системе международных отношений, вообще для человечества, нам, конечно, важно вот не впадать в какие-то крайности. Там говорильня, там, не дай бог, еще рассказывать о том, как Хрущев или Че Гевара там эпатировали. Просто важно понять одну вещь, что даже если мы с вами сегодня в студии, и даже если весь мир завтра захочет жить припеваючи, да, и в мире, и в согласии, то, наверное, этого не удастся достигнуть. То есть мы вот такие, какие мы есть, и не стоит выдвигать какие-то завышенные ожидания кому бы то ни было. Другой вопрос, и здесь я не открою совершенно никакого велосипеда, уже не первый десяток лет, в том числе в рамках ООН, на других площадках ведется дискуссия о том, насколько вообще ООН, в первую очередь я сейчас говорю о системе безопасности, о Совете Безопасности, насколько он соответствует той системе международных отношений, которая сложилась после распада Советского Союза и, в общем-то, устранения биполярной системы международных отношений. И это другой вопрос. Но тогда его уже по-другому нужно объяснять. Ну и плюс я полностью согласен с представителем МИДа о том, что здесь мы не должны сами себя тоже запутывать. Есть компоненты безопасности, есть вот целая огромная структура, которая занимается различными гуманитарными вопросами. Здесь тоже очень много проблем, на мой взгляд, потому что есть некая проблема бюрократизации этих организаций. Но это все вот разные вопросы. Спасибо большое. Мне бы хотелось сейчас пригласить в нашу студию героиню, для которой вот слово «мир» — это не просто красивое слово, фигура речи. Для нее это понятие уже вот точно между жизнью и смертью. Она точно знает, что такое и чего стоит мир. Много лет назад она покинула свою родину, спасая свою жизнь, жизнь своей семьи. И мне бы хотелось сейчас услышать ее взгляд относительно того, сила или нет. Встречайте в нашей студии сегодня представительница афганской общины в Беларуси Вакила Шеква. Встречайте. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Я знаю, что вы очень занятой человек, вам есть чем заниматься. Когда вы поняли, что вот нужно уезжать во что бы то ни стало? И почему это произошло? Я Вакила Шеква. Мы приехали с свою семью 1992 года. Конечно, когда была началась война Афганистана, и где-то 3 часа ночи, другой выхода не было, мы из спальни одежды, с детьми покибали свою страну и приехали в Белоруссию. Когда мы приехали в город Минск, у нас помогали ОКБ ВОН, и регистрировали нашу семью, как это есть на помощь ОКБ ВОН, есть организация, центра по консультации беженцы. Мы там все записали, нашу семью, мы получили документ, на основании которого мы можем жить в Беларуси, города Минск. И еще, конечно, что трудности человека, который переезжает в другую страну, это, конечно, язык. Мы благодаря ОКБ ВОН учились, в то время дети были маленькие, я с мужем, мы учились русский язык, курсы, которые на помощь у Кабивона, там через Крестный Крас,
для беженцев. То есть в вашем случае совершенно очевидно, что ООН – это реальная сила, которая помогает, а не просто говорит. Главное мне сейчас услышать. То есть вот мы увидели, то есть реально работает. Хотя это, казалось бы, частный случай, и огромная организация способна заниматься и таким. Сейчас есть у нас еще одна история. История, не знаю, противоположная ли, но, тем не менее, наша следующая героиня, когда спасалась из мест, где стреляют, рассчитывала только на себя. Причем вот лично у нас, мне кажется, у белорусов это отзывалось как никогда остро, потому что речь идет об очень близкой нам стране. Я имею в виду сейчас Украину. Вот в нашей студии одна из многих и многих украинок, которая была вынуждена покинуть свой дом на фоне, когда все рушится. И теперь она у нас. Давайте услышим ее. Анна Романова сегодня вместе с нами. Анна, здравствуйте. Вы сами откуда? Я из города Луганска. Из Украины. Приехали мы сюда 7 июня в очень ускоренном режиме. Когда начались уже баталии, кто виноват, где виноват, мы поняли, что решений нету, правды нету, помощи нету. Мы собрали вещи и через день уехали. Вы это кто? Я, ребенок мой, которому 5 лет, и муж. Мы ехали сами, рассчитывая, что мы побудем несколько месяцев и вернемся. Мы не полагали и не искали никакой вот поддержки. Когда было ощущение, Анна, извините, что вот когда все это происходит с вами, что обязательно вот кто-то скажет «стоп», да, и есть некая организация, которая... До сих пор есть ощущение, что кто-то вот придет и скажет «все, хватит». Остановитесь. Либо хотя бы кто-то настолько имеет большое влияние, что приостановит это все. Вот на примере девушки из Луганска мы видим, что в принципе ООН это какая-то посредническая организация, сила посредническая. И люди, которые попали в беду, они своими силами пытаются решать проблемы. Рядом есть соседние государства, которые абсолютно без посредничества ООН принимают этих беженцев. Это и Беларусь, это и Российская Федерация. Да, то есть эти люди обращаются напрямую, и они получают эту помощь. Кто это ООН вообще знает? Я просто не знаю, почему об этой организации мы так много говорим. Если эта организация за всю историю своего существования не остановила ни одного кровопролитного конфликта, который, особенно в последнее время, да, Ливия, Сирия, да, мы видим, что происходит в арабских странах, что происходит сейчас в Украине. Все решается на уровне Соединенных Штатов, которые захотели, пошли на самолеты. Одно из мнений. Спасибо. Хотя я не представляю, что есть такой список, куда генсек Пан Ги Мун каждое утро заглядывает и говорит: так, сегодня мы предотвратили, значит, Третью мировую. Значит, завтра мы после обеда остановим еще одну войну. То есть как-то, может быть, мы очень узко смотрим на это, Анна, вы хотели? Так и пишется. Да вы что? Они говорят о том, что благодаря деятельности ООН была недопущена Третья мировая. Было уже несколько десятков конфликтов, которые благодаря ООН были приостановлены, разрешены и не вошли в более активную стадию. У вас есть основания сомневаться в этом? Но дело в том, что вопрос о том, какой конфликт может привести к Третьей мировой, какой не может. Ведь это же вопрос в данном случае касающийся глобальных проблем. А есть вот проблема конкретных людей. Приехал человек, который не знает, у него нет ни денег, ни документов, чужая страна. Вот по идее, для чего должна тогда быть Организация Объединенных Наций? То есть в каждом государстве тогда должно быть представительство, куда обращаются эти люди, самые беженцы, и говорят: помогите нам. И ООН в рамках воздействия, взаимодействия с теми странами, где эти представительства расположены, они должны оказывать эту адресную, конкретную помощь. Спасибо, Алексей. Ожидание в отношении ООН, этой аббревиатуры, ее можно расшифровывать, дешифровывать, как угодно, завышены, они искусственно завышены. Надо прекрасно понимать, что ООН это идеал. Да, это то устройство мира в идеальном выражении, как хотелось бы увидеть, если выполнять все те принципы мирососедства, дружбы, взаимопонимания и так далее. То, чего нет. Еще раз подчеркиваю, ООН, любая международная организация, она отражает волю тех государств, которые ее создали и которые ею управляют. На нынешнем этапе любое государство – это суверенный субъект международного права. И настолько, насколько оно согласно отдать часть своего суверенитета организации, настолько эта организация и правоспособна, и людей способна. Пример нашего гостя, афганской беженки, это как раз счастливый пример
когда инструмент в лице управления Верховного комиссара по делам беженцев, которое работает в нашей стране в качестве помощника нашего Министерства внутренних дел по работе с беженцами, посредника, если хотите, содействующей стороны, которая имеет определенные ресурсы, которая имеет определенную экспертизу. И вот это партнерство нашего Министерства внутренних дел плюс Управления Верховного комиссара по делам беженцев, это результат вот счастливой судьбы этой женщины на нашей земле в Беларуси. Спасибо. Анна, пожалуйста, мы тогда перейдем дальше. Развивая вопрос нашего пребывания в Беларуси, 2 сентября был президентом Республики Беларусь указ 420 о пребывании украинских граждан на территории Беларуси, вот, который помог и упростил, и на самом деле дает надежду и шансы здесь находиться. Любая страна, ну поверьте, не готовится к тому, что рядом будет война и будет наплыв беженцев. Поэтому, естественно, в какой-то степени первоначальная роль Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН в том, чтобы показать, что есть эта проблема, может быть, первоначально принять людей, помочь их как-то направить, это, наверное, их главная задача. Поверьте, дальше все, что происходит, это конкретная работа государства, нашего государства. Да? Наверное, пора уже услышать человека, который как раз и отвечает, в том числе в Беларуси, за те вопросы, которые мы сейчас подняли. Это представитель Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев Жан-Ив Бушарди. Господин Бушарди, здравствуйте. Вы стоически практически выдержали все то, о чем мы говорили сейчас, очень мужественно, потому что, ну, я понимаю, что когда ты отвечаешь за это, и ты слышишь вещи, которые соответствуют действительности, которые действительности не соответствуют, вот здесь, наверное, очень много хочется сказать. Но все же, вот мое личное мнение, у каждого мнения, которое прозвучало здесь, основа есть. И есть причина, почему это появилось. Вот расскажите нам, как вы видите вот эти две истории в целом проблемы. Прежде всего, я бы хотел выразить благодарность правительству Белоруссии, которое после начала кризиса в Украине смогло принять более 30 тысяч граждан этой страны. Я прекрасно понимаю, насколько велико дополнительное бремя, которое легло на Беларусь. По двум историям, которые мы услышали в студии, я бы хотел отметить их отличие. Что касается истории с Афганистаном, то, во-первых, конфликт в этой стране длится уже долгое время. А во-вторых, количество беженцев из Афганистана в Беларусь ограничено. Что касается Украины, то там конфликт произошел внезапно, вынуждая людей уехать. И указ о помощи вынужденных переселенцев, подписанный президентом, был своевременной реакцией на чрезвычайную ситуацию. Очень важно отличать граждан Украины, которые приезжают в Республику Беларусь, и граждан Украины, которые обращаются за статусом беженца. УВКБ как раз оказывает помощь во втором случае. А чтобы получить помощь, человек должен совершенно четко изъявить это желание. Просто маленькая ремарка. А насколько в таком случае вообще ООН обладает достаточным авторитетом и ресурсами, чтобы прийти, условно говоря, в любую горячую точку, оперативно прийти? И сказать, секундочку, мы миротворцы, наши заботы это беженцы, и заниматься ими более плотно. Допустим, на примере Беларуси. Вот что в вашем арсенале, какие-то примеры того, как вы насколько вот уже можете активно работать, записать в свой, скажем, послужной список? Действительно, наши ресурсы ограничены. Мы должны сравнивать разные конфликты, которые происходят. Например, конфликт в Сирии, который породил 3 миллиона беженцев. А Иордания и Ливан, у которых 4-5 миллионов собственного населения, приняли по миллиону беженцев из Сирии. Мы помогаем всем людям, обратившимся за статусом беженца. И у нас есть разные виды помощи, которые мы оказываем нуждающимся, в том числе и по линии правительства. К нам эта женщина из Луганска не обращалась, но если к нам обратиться, мы оказываем полное сопровождение дела, чтобы человек получил конкретную помощь. Спасибо большое. Прямо сейчас короткая реклама, после чего в нашей студии история семьи, которая смогла найти надежду и получила, наконец, силы, чтобы жить, хотя порой это казалось очень сложно. Оставайтесь с нами.
Это ток-шоу «Форум». Вот о чем мы говорим сегодня. Мир готовится отметить очередную годовщину создания Организации Объединенных Наций. Добрая воля, помощь и стремление к миру – вот главные черты одного из самых авторитетных объединений на планете. Однако все чаще в мировом сообществе звучат упреки в адрес ООН. Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, наконец, Украина. Где же ООН? Где ее борьба за мир? Сегодня и мы на правах страны-основательницы ООН пытаемся ответить на вопрос, это реально работающая организация или уже просто дискуссионный клуб, чего мы не знаем о самой авторитетной организации в мире. Я бы хотел сейчас, чтобы к нам присоединился человек, для которого вот эти слова о том, что мы одни из основателей Организации Объединенных Наций, он к этому относится не просто как к историческому факту. Это событие, которое тесно связано с его фамилией. Сегодня редчайший момент. У нас в студии сын министра иностранных дел БССР Кузьмы Киселева, историк Василий Киселев. Встречайте. Добрый вечер, Василий Кузьмич. Исторический момент, конечно, связанный с вашей фамилией, с вашим отцом, который подписал тот самый документ. Вот то, какой задумывалась организация много лет назад, и то, какой она предстает сегодня, это большая разница? Сильно отличается? То, что задумывалось, осуществилось. Но далеко не все. Например? Ну, например, поддержание мира во всем мире. Задача ООН и Совета Безопасности. Но как поддерживается этот мир, видно сейчас из самых последних известий. Я прихожу к выводу такому, что нужно продолжать борьбу за эффективность, полную эффективность Организации Объединенных Наций. Игорь, это реально вообще? На мой взгляд, реально, потому что как минимум мы хотим этого, а значит мы идем к этому, это цель. И рано или поздно мир придет к этому, потому что война сегодня нужна небольшим горсткам, которым она выгодна в любой точке мира. Мои слова уважения в адрес представителей ООН. Я бы даже отметил, что офис в Беларуси ведет классную информационную работу, один из самых открытых в международных офисах. И даю хороший пример другим международным организациям, но и я совершенно уверен в том, что присутствуя в ООН, мы сегодня, белорусы, как минимум имеем точку контроля, точку возможности говорить, точку... Мы имеем возможность быть услышанными, но, к сожалению, продолжая аналогию с автомобилями, следует отметить, что если говорить не о нас, белорусах, а о международном имидже Организации Объединенных Наций, сегодня много вопросов, в первую очередь, они в том, что... Вот на этом пути движения, в этих правилах, по этой автостраде международных отношений мы очень часто наблюдаем светофор, который одновременно горит всеми тремя цветами. И ехать или не ехать каждый выбирает в меру своей воспитанности. Или же этот светофор в качестве зеленого света включается только для тех, кто сильнее или кто успел добежать. И вот вопрос к Организации Объединенных Наций сегодня во многом заключается в том, кто регулирует этот светофор на этом нашем пути к миру. Наверное, вопрос больше к Пан Ги Муну. Я не думаю, что Сана Касамара Синха должен на него отвечать, но тем не менее, пожалуйста. Большое спасибо, Дмитрий. Ну, поскольку Пан Ги Мун здесь не присутствует, попробую ответить на вопрос от его имени. Что касается вопроса, является ли он дискуссионным клубом или реально действующей организацией, по-моему, он немного некорректен. Именно из-за того, что он является дискуссионной площадкой, люди как раз и пытаются какие-то проблемы обсуждать, а не убивать друг друга. Сейчас на планете бушуют 33 различных военных конфликта. Если бы не было такой дискуссионной площадки, таких конфликтов было бы как минимум на сотню больше. Такая площадка дает возможность дискутировать на равных при условии взаимоуважения. Это во-первых. Во-вторых, да, на протяжении истории были конфликты, которые мы не смогли предотвратить. Потому что стороны либо не могли, либо не хотели договориться. Если бы мы жили в идеальном мире, не было бы необходимости в такой организации, как ООН. Иногда причиной конфликта может послужить то, что люди не разговаривают на одном языке, либо им не нравится цвет кожи друг друга. Тем не менее, ООН добилась того, что на протяжении 69 лет ни один из этих конфликтов не перерос в мировую войну. И организация не повторила судьбу Лиги Наций, которая в конце концов развалилась. Что касается гуманитарной помощи, то на каждого одного человека, который ее не получил, и, кстати, даже один человек, это уже слишком много, в мире 48 миллионов беженцев и перемещенных лиц получают гуманитарную помощь.
И как говорил здесь коллега, давайте сражаться за мир, давайте сражаться за объединенные нации. Устав ООН начинается со слов «Мы народы объединенных наций». Не мы правительство или не мы чиновники, а народы должны проводить в жизнь эти идеи. А вот действительно справедливый вопрос, Николай Леонидович. Если посмотреть, мы член Организации Объединенных Наций, да? мы страна-соосновательница. И мы, по сути, когда говорим, что нам что-то не нравится в ООН, мы можем ведь адресовать этот вопрос и себе. А что мы сделали для того, чтобы лишний раз обозначить, чтобы обратить внимание сюда, лишний раз обратить внимание, что вот, вот наш регион, здесь такие-то вопросы и проблемы. Вот насколько мы активны, когда мы выступаем не столько на трибуне, а когда мы каждый день соприкасаемся с такой структурой, как ООН? Ну, вы знаете, если говорить о региональном представительстве ООН в Беларуси, то мы очень часто встречаемся, очень часто пересекаемся. У нас есть совместные проекты, совместные программы. Мы как с управлением Верховного комиссара по беженцам, как с программой развития ООН, как с детским фондом ЮНИСЕФ. У нас очень тесная связь. Юрий Георгиевич. Так. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Санако. Я, наверное, не позволю себе согласиться в некоторых элементах с выступлением моего друга, представителя ООН и про ООН в нашей стране. Все-таки ООН – это организация, будем так говорить, высоких материй, да? Это межгосударственная организация. И та деятельность, которая в итоге доходит до конкретных граждан, это как раз вот та вторая часть, о которой я говорил, о том, что это история успеха. Да? Работа на площадке дискуссионной, к сожалению, не может похвастаться именно такой историей успеха, несмотря на то, что действительно Третьей мировой войны нет. ООН – это бюрократическая структура, от которой очень много, как тут было сказано, ожидают, но которая в реальности не имеет таких механизмов, чтобы все это дать. На сегодняшний день эффективность ООН будет настолько велика, насколько действительно каждое отдельное государство будет работать эффективно на своей территории, предлагать свои эффективные программы и решения тех вот вопросов. Вопросы беженцев решаются в первую очередь теми государствами, рядом с которыми идет конфликт, куда приходят эти беженцы. ООН должна осуществлять общую координацию. Для ООН самое главное это именно координировать. Но есть другая ситуация. То есть, если мы говорим, что ООН – это глобальная организация, сегодня процесс глобализации, создания единого мирового сообщества, единых мировых хозяйственных связей, культурных и так далее, зашел настолько далеко, что ни одно государство сегодня в рамках своего суверенитета не может решать эти проблемы в одиночку. Поэтому проблема какая? Либо государства должны сегодня договариваться и отдавать еще больше суверенитета ООН, и превращать его в мировое правительство, и полностью подчиняться его решениям. И решения Генассамблеи становятся обязательными для всех, принимаются не Советом Безопасности, где пять великих держав творят, что хотят, а принимаются, например, большинством или квалифицированным большинством. Спасибо, Алексей, спасибо. Еще менее, я попрошу покороче. Вот та фраза, которая прозвучала от представителя ООН на тему, что нет мировой войны сейчас, и это одна из заслуг этой организации, это нонсенс, потому что сейчас идет мировая война только без ядерной фазы. То есть те югославские люди из Югославии, сербы и хорваты, для них это была мировая война. Боснийцы с сербами, мировая война. Албанцы с сербами, тоже мировая война. Все, Владимир, сейчас на услышали. Украине тоже мировая война идет. Просто так. Без ядерного оружия. Ну, насчет мировой войны, да, пожалуйста. Во время Второй мировой Беларусь потеряла треть своего населения. Это только одна страна. А мировая война имеет глобальные последствия. А сколько войн было предотвращено благодаря ООН? Это и благодаря проектам в области развития, и в сфере соблюдения прав человека, и проектам по сохранению ресурсов. Например, никто же сейчас не может сказать, что где-то разразилась война из-за того, что людям не хватило воды.
О многих вещах, которые происходят за кулисами, люди даже не знают, потому что проблема решилась еще до того, как перейти в стадию войны. Возьмем пример у Беларуси еще по одному аспекту. Благодаря работе с правительствами и другими нашими партнерами в области поддержки людей с инвалидностью, а таких в Беларуси около 530 тысяч, было принято решение строить безбарьерное здание. К сожалению, здание телевидения таким не является. Права людей с инвалидностью – это одно из 100 направлений нашей работы и с парламентом, и с Министерством иностранных дел, и с Министерством труда и социальной защиты, и многими другими ведомствами. Сейчас мы работаем над тем, чтобы Беларусь ратифицировала Конвенцию по правам людей с инвалидностью. Ее уже ратифицировали 152 страны. Беларусь пока нет. Кстати, США тоже не ратифицировали. Тем не менее, мы надеемся, что все 193 страны ее ратифицируют, что перед людьми с инвалидностью наконец исчезнут барьеры, и они смогут посещать все места, в том числе и ваш ток-шоу. Спасибо большое. Пожалуйста. Дмитрий, я думаю, что сейчас господин Семнарасенко поднял очень интересный вопрос, который мы не затрагивали еще в нашей дискуссии. Мы сейчас обсуждали ООН как организацию, которая реагирует на конфликты. А ведь на самом деле мы не касаемся, что является почвой этих конфликтов, что является причиной этих конфликтов. А причиной этих конфликтов является бедность, является неравенство, является ущемление прав людей. Борьба за ресурсы, и это является причиной конфликта. ПроООН как раз вот на эти причины обращает особое внимание и выбивает почву из-под конфликтов, которые, не дай бог, еще случатся. Спасибо. Вот сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в нашу студию, потому что объясню, почему. Сейчас очень много у нас людей в нашей студии, они смотрят, и когда каждый раз мы говорим, это дискуссионный клуб или реально работает, вы бы видели их реакцию. Потому что они вот пытаются просто показать своим взглядом, мы те люди, которым конкретно помогает ООН. Давайте спросим у них, что они имеют в виду, но сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Это ток-шоу «Форум Мир» готовится отметить очередную годовщину создания Организации Объединенных Наций. Добрая воля, помощь и стремление к миру – вот главные черты одного из самых авторитетных объединений на планете. Однако все чаще в мировом сообществе звучат упреки в адрес ООН. Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, наконец, Украина. А где же ООН? Где ее борьба за мир? Сегодня и мы на правах страны-основательницы ООН пытаемся ответить на вопрос, это реально работающая организация или уже просто дискуссионный клуб, чего мы не знаем о самой авторитетной организации в мире. Вот о чем мы говорим сегодня. Давайте на время оставим разрывы снарядов и пуль, потому что, как мы видели, об этом можно спорить бесконечно, кто виноват, что делать. Я бы очень хотел, чтобы сейчас возле экранов были люди, для которых телевидение и интернет – это единственная связь с миром и жизнью. Потому что мы можем много говорить, чего делает или не делает ООН, но вот то, что она точно делает. Она заставляет все страны быть более ответственными к тем, кто рядом с нами и не такой, как мы. Что я имею в виду? Вот когда мы идем по улице и смотрим, говорим, ну посмотрите, что делается, вот как мы, какие мы молодцы, как мало людей с ограниченными возможностями, как мало инвалидов, то есть мир меняется к лучшему. И мы редко задумываемся, что это, возможно, происходит потому, что у них нет возможности появляться на улицах, посещать программы, кинотеатры и так далее. И вот если бы не ООН, вполне возможно, мы бы даже не задавались таким вопросом. Вот сегодня у нас в гостях очень интересный человек, очень интересная семья и ее собственная история. Ольга Суркова сегодня вместе с нами. Давайте поприветствуем. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Я-то понимаю, что для вас как раз вот все эти разговоры, работают, не работают, не существуют, потому что вы пользуетесь этой услугой, как минимум, да, социальная передышка. Передышка, да. Вот что это такое? Ну, на базе детского хосписа белорусского есть социальная передышка. Детки, вот, которые, как врачи ставят диагноз, стабильно тяжелые, то есть они не поддаются лечению, просто они уже нуждаются в паллиативной помощи. Вот детский хоспис, они берут деток на 28 дней в году, то есть их можно разбить частями, можно сразу на передышку для родителей. Ну, родители за это время уже успевают сделать какие-то свои, может, бумажные дела, там, домашние дела. Кто-то может отдохнуть. Но для нас это единственная возможность, вот мне была, то есть когда встал вопрос о том, что мы с Витой вдвоем,
То есть у нас никого больше нет. Ну, я решила, что нам надо еще второй ребенок. И вот был важный вопрос такой, с кем оставить Виту, когда на время родов, например. И хоспис – это единственное место, где вот таким родителям, как я, можно оставить детей. То есть там будешь спокойно за то, что ребенок будет в уходе, накормлен, напоен. И нас это выручило, и было, наверное, раз таким из пунктов того, что я решилась родить второго ребенка. То есть, по большому счету, получается, что если у вас не было такой возможности, то... Я бы не решилась, потому что мне просто не с кем было бы оставить вид. В нашей студии зам представителя детского фонда ООН ЮНИСЕФ Ирина Чуткова. Ирина Анатольевна, я не зря сейчас говорю о доступности, потому что мне, правда, очень хочется, чтобы, по крайней мере, этот фрагмент нашей программы, он был не просто, чтобы поговорить, а чтобы кому-то помочь. Вот куда обращаться... На кого рассчитывать, когда действительно одиноко и очень трудно справиться со своими проблемами? Наша целевая группа – это дети. И, естественно, каждое государство стремится к тому, чтобы дети были счастливы, росли в семье, окружены были заботой, теплом, вниманием, пониманием. Но мы, как детский фонд ООН, стараемся привлечь внимание государства к тем детям, которые изначально, в силу тех или иных причин, лишены старых возможностей, у которых нет равных возможностей реализовать свои права, которые гарантированы Конвенцией о правах ребенка, национальным законодательством. И вот в этой ситуации вот этот пилотный проект по социальной передышке, он как раз позволяет отработать на нашем национальном опыте ту схему, которая себя успешно зарекомендовала где-то за рубежом. Мы взяли эту схему, апробировали ее применительно и адаптировали к нашим национальным условиям, к нашему национальному законодательству. И за время этого пилотного проекта постарались собрать такую доказательную базу, которая смогла бы убедить тех лиц, от которых зависит принятие решений, в том, что эта услуга жизненно необходима такой категории семей. Чтобы эта услуга трансформировалась, в свою очередь, в национальное законодательство и, соответственно, в выделение определенных финансовых ресурсов, которые позволят ее предоставлять всем семьям, а не только на базе хосписа. Если мы говорим о том, что вот этот пилотный проект, он реализован для небольшой группы людей, но мы стараемся сделать все таким образом и надеемся на то, что такого рода услуги будут предоставлены большому количеству людей. Если говорить о том, что мы делаем в отношении, допустим, остальной части населения, то, в частности, вот я могу привести такой пример, как... То, что в нашем сознании до сих пор существует и бытует отношение к папам в семье, как источнику финансовых средств обеспечения семьи. Но мы стараемся привлечь внимание к тому, чтобы папы стали полноправными участниками процесса воспитания детей. И в этой связи, допустим, мы разработали совместно с национальными экспертами целую серию брошюр, часть из которых адресована конкретно папам и которые доступны на нашем сайте. Вам не кажется, что у вас неблагодарная работа? Я объясню, что я имею в виду. Вот смотрите. Что каждого невозможно сделать счастливым? Даже не в этом. Мое мнение, вот один ребенок стоит, возможно, целой страны, если это твой ребенок. Я думаю о том, что вот вы трудитесь, вы достигаете, вот миллионы получают, я имею в виду по всему миру, получают возможность жить, а этого не видят. Вот видят, что вот там вот бегут люди, там горит, там сложно, все теряют, и говорят, вот нет этого, вот есть вот это, вот здесь не дорабатывают. Получается, что в этой ситуации упрек можно адресовать, как и нам. Может быть, мы не очень активно рекламируем свою деятельность, так и средства массовой информации, которые, допустим, больше обращают внимание на миротворческую, гуманитарную деятельность ООН, и в то же время забывают, что основная часть человеческих и финансовых ресурсов Организации Объединенных Наций направлена как раз-таки на составляющую социальную, экономическую, вот то, что остается за кадром. Спасибо большое. Есть еще один момент. Не забывайте, что все больше становится людей, которые добились огромного успеха в мире, которые становятся послами доброй воли. Я могу до бесконечности перечислять эти имена, да вы сами их знаете. Брэд Питт, Анджелина Джоли, Чита Бекхэмов, Лионель Месси, футболист, Шакира, Кристина Агилера, наши, Максим Мирный, Дарья Домрачева. То есть, действительно, очень большой список. Но, знаете, вот я бы попросил сейчас, чтобы мы все поаплодировали людям, которых никогда не видно. Это волонтеры по всему миру. Это люди, которые абсолютно незаметно выполняют огромную функцию, которую мы никогда так и не увидим, если, не дай бог, не соприкоснемся с проблемой.
Сергей Крученин, психолог, один из частых участников нашей программы. Я вот совсем с неожиданностью узнал, что вы тоже имеете отношение к ООН. Ваше направление — это ВИЧ и СПИД, да, получается? Да, который... и не просто ВИЧ и СПИД, а информационная стратегия по ВИЧ-СПИДу в Республике Беларусь. Так как это имеет отношение к информации, я бы хотел начать с того, что ООН не нуждается в защитниках и адвокатах. Дело в том, что он решает глобальные проблемы, но только те, на которые есть запрос у государства. И поэтому один из наиболее эффективных способов действия ООН является там и тогда, когда это находит отклик у государства. Пример такой – это проблема ВИЧ-СПИДа в нашей стране. Благодаря ООН, так, в мире эта проблема эффективно решается. Я думаю, что в ближайшее время Беларусь может тоже заявить об этом. Это один пример. И другой пример – в принципе, который я имею непосредственное отношение, благодаря которому, который, в принципе, появился этот пример, благодаря взаимодействию ПРООН и Министерства здравоохранения. Вот это, да. Сергей Вячеславович, понятно. То есть здесь мы ставим, кладем камень на ту чашу весов, которая говорит, что реально работает. Вот у нас времени, к сожалению, вообще уже не осталось, но мы не можем идти просто так. Мы как бы подняли проблему, поговорили о ней, а к чему мы все-таки пришли, непонятно. Я еще раз попрошу очень коротко, буквально одним-двумя предложениями ответить, может быть, на такой вопрос. Мы почему так много говорили о мире? Потому что изначально заложили, что мы, народы Объединенных Наций, преисполнены решимости избавить грядущее поколение от бедствий войны. Вот изначально это было заложено как главная функция. Как нам следует быть, как относиться к организации, или что менять? Менять отношение к ней? Или все-таки действительно говорить, что пора реформировать? Вот ваш взгляд, ваш ответ на главный вопрос сегодняшней программы. Я считаю, что главное – это ответ, который касается любого конкретного человека, это решать его реальную проблему здесь и сейчас. ООН на это способна? ООН способна в рамках программы развития ООН в Беларуси. Алексей, ваше мнение. Тоже максимально коротко. Я еще раз скажу, что, безусловно, ООН сегодня нуждается в реформах, в первую очередь структурных, в развитии своего влияния для того, чтобы оказывать воздействие на поддержание мира. Вот. При этом можно сказать огромное спасибо за все те гуманитарные, социальные программы, которые при ООН проводятся. Безусловно, они являются очень важной частью, их надо только развивать и расширять. Пока нас слышат или не слышат? Нас в плане политическом, конкретно Беларусь, наверное, пока еще слышит слабо. Но мы получаем гуманитарную помощь, видимо, такую же, как и все остальные 192 государства мира. Понятно. Николай. Знаете, я бы, наверное, не говорил о реформах ради реформ. Мне кажется, что ООН следует вернуться к тем принципам, которые заложены в уставе ООН. К этим четырем принципам, а именно приоритет международного права, мирное существование, разрешение конфликтов ненасильственным путем и невмешательство в дела государств. Каждый из этих принципов можно развить сейчас, каждый из этих принципов хромает. Понятно, спасибо. Игорь, пожалуйста. Формулировать свои запросы в адрес организации. Это во-первых. А во-вторых, не обвинять организации в том, что нас плохо слышат, а учиться говорить сегодня так, с новым мышлением, чтобы нас лучше понимали и, конечно же, слышали. Благодарю. Я тоже пожелание. Максимально, если возможно, это сделать лаконично. Спасибо. Then you have to tell the interpreter to be brief. Конечно. Я сначала хочу ответить на реплику, что в ООН якобы применяются двойные стандарты. От своего имени, как постоянного представителя ПРООН и координатора ООН в Беларуси, могу сказать, что я лично не принимаю и не получаю приказов ни от какого правительства. Мы работаем на основе тех принципов, которые были заложены в уставе ООН, а также используем те инструменты, под которыми подписалась Республика Беларусь. Мы работаем ради людей, в интересах людей, в партнерстве с государством и частным сектором. Необходимо помнить, что ООН – это все мы. Это не принадлежит какой-то группе людей. Разумеется, в меняющемся мире меняется и наша организация. Она нуждается в реформировании. За 69 лет своего существования ООН сильно изменилась. Если бы не менялась, то потеряла бы свою актуальность. ООН представляет мир, который мы хотели бы видеть в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Спасибо большое. Евгений. ООН, как и любая другая организация в мире, вчера, сегодня, завтра, безусловно, должна реформироваться. Но здесь вот важно, что показывает наша сегодняшняя дискуссия, не прыгать из крайностей. Важно не искать какие-то мифы там, где их нет. Важно не придумывать теории заговоров, кто там зачем стоит. Важно просто думать о том, как сделать эту организацию более экономичной,
более эффективной, менее бюрократичной и как приблизить ее к простому человеку. А нам, как Беларуси, важно, конечно же, найти свое место как на уровне каких-то инициатив, так и на уровне взаимоотношений вот с этими замечательными представителями международного сообщества, которые приезжают от имени ООН, делают или стараются делать добро здесь, в Беларуси. Спасибо. Юрий Георгиевич. Безусловно, я хотел согласиться с тем, что ООН – это все мы, это нации. И нам ООН, Беларуси ООН конкретно необходима. Это площадка, где мы можем говорить откровенно, открыто, как любая другая страна мира. ООН – это то место, где страны договариваются. Насколько мы способны договориться, настолько ООН дееспособна. Очень важный фокус, который произошел в ООН около 50 лет назад, это на вопросы развития. То есть ООН и ее деятельность для того, чтобы страны жили лучше, чтобы каждый конкретный человек жил лучше. Именно в этом вклад ООН в мировую безопасность может быть даже более серьезный, чем работа Совета Безопасности по некоторым вопросам. Спасибо. Спасибо. Анна, вот я бы сейчас вот хотел напоследок двоих услышать. Анну и Ольгу. Вот мы говорим все о сложных вещах, вот в какой-то момент запутались совсем, так чем должно заниматься. Вот просто можете своими словами сказать, какой вы вывод сделали из всей программы? Даже если он будет неприятный для нас, вот для меня в частности. Мой вывод, чтобы действительно народ был ближе. Вот как я близко сижу сегодня к вам, хочется, чтобы так близко сидели, находились к вам люди, которые что-то хотят сказать или попросить. А мы благодарны за ту помощь, которую оказывают нам, которую мы получаем. Спасибо. Все, время нашей программы подошло к концу. Я попытаюсь подытожить то, что мы сегодня услышали. Ну, конечно, конечно, совершенно очевидно, что со всеми проблемами человечества он справится не в состоянии. Хотя также совершенно очевидно, что... однозначно не хватает решительности этой организации, когда мы говорим о принципиальных вопросах. С другой стороны, наверное, это большое счастье, что мы все-таки смогли создать инструмент, который объединяет все страны мира, что мы смогли создать инструмент, который делает нас ответственнее, чем мы были вчера, по крайней мере, не давать такие обещания, которые дали много лет назад, что мир во всем мире, возможно, именно это заставляет спорить сегодня о роли ООН. И очень важно, что мы смогли создать инструмент, который все-таки заставляет даже самые сильные страны мира действовать с оглядкой и точно знать, что миру не все равно. На сегодня все. Это был форум. До встречи через неделю. Счастливо.